Всем добрый день, дорогие друзья! Недавно я прокачал своего джина на 9 уровень и, открывая сундуки в надежде на то, что я выбью на него пассивку, я выбил вместо него пассивку на Пайпер и пассивку на Пэм. Ну и пришла очередь джина, только я не буду ее выбивать, я ее сегодня прикуплю. А прикуплю я ее в магазине, тем более у меня тут такой вот разнообразный выбор. Мне суперселлы говорят: Холдик, ты либо давай раскошелься на гемы, либо раскошелься на свою голду. Вот, и то, и другое, конечно, мне не подходит. Ну, типа, мне и то жалко. Но если выбирать из двух зол, то, скорее всего, это будут, хотел сказать, гемы, но нет, это будет голда. Потому что невыгодно. 169 гемов, если перевести в золото, это сколько? Давайте посмотрим, сколько стоит у нас золото и сколько стоит гемы. 140 гемов, это 1200. А хотя... Может быть, лучше за гемы купить? Просто золото для меня... Хотя, зачем мне золото? Давайте я сделаю скрин. Зачем мне золото? Посмотрите. Мне осталось, получается, Фрэнка прокачать. И осталось Пенни прокачать. Всех остальных я прокачал. А тех, кого не прокачал, они уже на 500 кубков. То есть, они мне пока что не нужны. Поэтому, скорее всего, сейчас буду, короче, покупать за золото джина. Прокачаю его на 10 уровень. А после этого мы пойдем покатаем. И надеюсь, что будут какие-то четкие катки. Надеюсь, вы поставили уже лайк. Подписались на канал, если здесь впервые. Усаживайтесь поудобнее. И все. Всем желаю приятного, дорогие друзья, просмотра. А данный видеоролик сделан при поддержке компании 1xBet. Если ты занимаешься спортом или киберспортом, у меня для тебя хорошие новости. У них огромный ассортимент этого добра. Большие коэффициенты, быстрые выплаты. В описании в закрепе ты найдешь полезную информацию, получай бонусы и удачи. Так. Ну что ж. Звездная сила, волшебный туман. Но я думаю, что вы знаете, что пассивка на моего джина, она, короче, не на моего вообще, на джина пассивка, она в основном подходит больше для командных поединков, нежели в соло, потому что твои напарники, которые находятся поблизости тебя, отхиливают каждую секунду по 200 хитпоинтов. Да? По 200 же хитпоинтов? Да, по 200 хитпоинтов. Ну круто же! Покупаем! Yes! Блин, я очень быстро прокачиваюсь в Brawl Stars. Меня это немножечко пугает, потому что, ну как так? Я недавно начал играть, я задонатил там, ну, вообще, львиную долю. Не, я мало задонатил, очень мало задонатил. А получается, у меня уже фуловый аккаунт. Хе-хе. Ладно, поехали в бой. В трио с рандомами. Сейчас будет весело. Надеюсь, они будут играть более-менее нормально. Вот, но я вообще реально полюбил этого персонажа. Меня всегда спрашивают, какой твой любимый браулер? Я не могу на этот вопрос дать ответ, потому что я не знаю. Так вот, мне реально очень нравится джин, прям по кайфу играть в 3 на 3. Мне очень нравится его ульта. Вот, ить. Так, ить. Ить. И давайте притянем кого-то, вот, допустим, Бо. Но сейчас, блин, я притянул и получил трендюлей, ладно. 4 кристаллика у наших соперников. Пока что проигрываем. Но я, короче, сейчас набью ульту. И потом притяну. Ну, блин, мне нужен какой-то чел, который сразу убьет, допустим. Ну, давайте. Поко, Поко, иди сюда. Оп, yes. Он не успел отхилиться, хотя у него отхил был. Капец, мы все сдохли на этих. Да ну, фак. Ну, просто фак. У них уже сейчас будет 9 кристаллов. 8. Опять босс свои мины там положил. Мы проигрываем. И мне кажется, мы проиграем эту катку. Отлично, хоть наш Бо немного мин положил. Так, иди сюда. Тик. Давай. Бо, давай. Так. Давай, иди сюда. Иди сюда, давай, Брок, давай, родной. Все, и уходи, братишка, уходи. Уходи нахер. Нахер уходи. Еее. Хилю тебя. По 200 хп каждую секунду. Хилю, родной. Хилю, родной. Отлично. Ха-ха. Вот, видите, да, мы проигрывали. Вроде у нас не получалось держать центр, но за счет того, что у меня, прям, я считаю, такая немножечко читерная пассивочка, у нас получилось забрать все кристаллы буквально за один момент. И это очень круто. Так, ладненько. Первая каточка победы. Надо было с ними же продолжать играть. Ну... В хейсте, думаю, смысла нету идти, я реально хочу поиграть в захвате кристаллов. Понеслась, следующий бой. Смотрите, мне остался Фрэнк и Пенни прокачать. Напишите в комментах, кто в приоритете, кого вы больше хотите. Так, Спайк, Брок и Поко. Ну, Поко это классика, мидер. Так, Брок и Тара, в принципе, неплохо. Так, Спайк. Спайк, наносим урон по Спайку. Есть, минус Спайк. Так. Не получаем урон, не даем копить ему ульту. Так,
Хорошо. Не даем копить ульту. Есть. Самое главное, это поменьше получать урона. Дэдпул, стой рядом, чтобы получать хил от меня. Так, есть. Есть. Я набил ульту. Осталось теперь дождаться респавна моих напарников. И кого-то сейчас присосать. Вот давай, Брока, Брока, отлично, 4 банки сюда подошел. Вот оно, просто имба. Просто имба, да? Согласитесь. Так, отхиливаемся. Ждем, ждем, ждем соперников. Тут же есть кто-то, нет? Не, нету никого, отлично. Так, зачем? Зачем на одного Брока ульту Тара слила? Я не понял. Мне кажется, не надо было сливать ульту, она бы еще пригодилась. Ну ладно. Что сделано, то сделано. Так. Сейчас Спайк, возможно, ворвется с трех тык в меня. Ну, если он подумает, что я тут стою. Ну, давай. Оп, и резко... Ай! Ну, вот это когда не попадаешь, это обидно. У нас 9 кристаллов. Найс. Так, ну там Спайк, я уверен. Вот, сейчас. Оп-оп-оп-оп. Выжидал. Вы видели? Выжидал. Оп, смотрите. Оп. Чикс. Фак. Так. Все, сейчас накидывает по фулу. Иди сюда, Спайк, чтоб не забрал кристаллы сразу же, отлично. Все, Тара все кристаллы собрала, у нас 9, у нас и было 9, нам надо еще один. Но сейчас, нас просто не подпускают к центру, они играют агрессивнее немножко. Но за счет Джина они тащат, вот, мы тащим за счет Джина. А, Джин это я, блин, получается тащат за счет меня, ни разу не ЧСВ. Так, стой, успокойся. У них тоже уже 9. Вот сейчас будет сложно, сейчас будет супер сложно. Супер сложная игра. Так, ну хорошо, мы сейчас возьмем один кристалл. Но сейчас Спайк ворвется, уходим. Надо Спайка вырубить, отлично, вырубаем Спайка. Притягиваем Поко и просто отрываем голову Поко. Давай, Тара-т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 ара
моя любимая. Ну, блин, ну нет, 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 нет. Спайк, пожалуйста. Сука, а? Ну как такие, блядь, инвалиды просто? Как можно было так? Сука, горит, срака горит, мудаки просто. Ну как можно было проиграть? Ну всю игру делал красиво, грамотно, все классно. И, сука, взяли, отдали. Сука. Ну бомбит, реально, бомбит просто, я не знаю. Поехали, следующий бой. Ну, я же все сделал, ну все, у нас было все кристаллы. Блять, они не могли ни разу к центру подойти. Ну что за напарники такие? Не знаю. Не знаю, в ком дело там. Надеюсь, сейчас затащим вообще, без вопросов всяких. А ну, хоть кого-нибудь, все, отлично. Поменьше урона получайте. Почему у меня фулл хп, а вы уже все полумертвые? Динамайк мидер, прикольно. Ай. Ай-я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 й. Минус Леон? Нет, не минус Леон, плохо. Так. Нам надо... Да уйди ты, блин, это я себе. В смысле? Динамайк? В смысле? Ну все. Че он стоит? Замечательно, Динамайк стоит. Прикольно играем. Прикольно играем. Динамайк начал играть. Молодец, как вовремя. Отдал все кристаллы и начал играть. Так. Ну, пожалуйста. Давайте, мы должны это сделать. Должны это сделать. Иди сюда. Давай. Динамайк. Туши свет. Забираю. Еще один кристаллик. Все, ухожу в небытие. Ухожу. Сука, я затащил. ЧСВ. Я ЧСВ. Не, ну правда, ну согласитесь, кто затащил эту катку? Ну согласитесь. Не, ну хотя Динамайк тоже молодец. Бомбу кинул классно на Эль Прима. Ну, сука, Динамайк, вначале что это было? Что это за пассивная игра в начале была? Ой, жесть. Сложно играть с рандомами, потому что не понимаешь ты их иногда.
Но хорошо, что затащили. Короче, друзья, сегодня на стриме, скорее всего, буду апать джина вместе с вами, как и вчера это было. И вообще, в скором времени я буду играть на твинке и апать твинка вместе с вами, играть с вами на стриме. Если вы хотите, чтобы я с вами поиграл, или поиграть вы со мной хотите, ну, это одно и то же, переходите по ссылке в описании. Я провожу стримы на канале для стримов, и, скорее всего, на основном канале стримить я не буду. Объясню, я объяснял уже на стриме, почему. Если вам интересно, объясню еще на стриме сегодня. Скорее всего, я буду теперь only стримить на том канале, на котором... На канале для стрима, вот так он и называется, Holding Stream. На основе будут только ролики. На это есть причины, поэтому вот так вот. Переходите, какая разница, где вам смотреть стримы. Стримы такие же точно, какие на основе были. Просто теперь на другом канале, ссылка в описании. Спасибо всем за просмотр, всех обнял, жду вечером на стриме. Всем до новых встреч, увидимся, пока.